Вот в эту кружку мы залили наше масло с вязкостью 5W30. Здесь налита у нас обычная вода. Мы знаем, что температура закипания воды 100 градусов, а масло нам нужно нагреть до 110. Когда температура воды достигнет 100 градусов и вода закипит, мы просто-напросто воду вынимем из микроволновки и продолжим нагревать масло. Масло, температура кипения 225 градусов. Нам нужно его нагреть до 110 градусов. Ставим наше масло и ставим нашу воду. Ну вот, вода у нас уже закипела. Воду достаем. Масло подогреваем еще чуть-чуть. Догрели масло до 110 градусов. Вынимаем его. Ну вот, смотрим, что у нас масло абсолютно не потемнело. Чистенькое, как до нагрева, так и после. Тестировать мы хотели, образуется ли лакообразование на стенках двигателя. Сейчас мы масло сольем, кружку вытрем и посмотрим. Ну вот, кружку я вытер, она еще горячая, я вот провожу по стенкам. Абсолютно никакого ощущения, что у нас есть какая-то пленка лаковая. Салфетка, которой мы вытирали кружку, вот ее состояние. Вот одним из пунктов основных характеристик обеспечит постоянную чистоту двигателя благодаря высоким моющим и диспергирующим свойствам. После нашей проверки действительно эксперимент подтвердился. Так что лейте смело масло ЗИК с вязкостью 5W30.